почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт. Тоскливыми днями я слушал крип старый Дженнис. Всяко тупил и тупо жевал и голос, но однако прямо из нас вылетали кольца дыма, щекоча ноздри. Только мимо куда-то летели мысли, мимо в россыпь. Тогда мы стали убивать свои схемы. Делили будто это зеленый чай, где-то чья-то мера была вскрыта, и атмосфера была придумана под этим несложным делом и ответа кем-то неким в районе когда-то летали петарды. Жди меня здесь, скрести пальцы на левой руке. Ты слишком долго будешь ждать, ты примешь заманчивый вызов. Вот поэтому время теряет смысл. Вот поэтому мы держим в запасе пару вопросов глупых. Я же помог тебе встать, смокимо зажал зубы, но рядом танцевали демоны. На грязных стенах было не весело, ла-ла-ла. Не хватало денег, но было доверено нам это резать пара по лампам. Крам, ага, хлам, смыть рядом смят образ. Непальский гром, разорви нас. Можно поговорить, но если нету пнек. Брачо, есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт. Время, словно песок, сквозь пальцы сыпется. Надо двигаться, чтобы не тронуться умом. Воздух и дым столкнутся в моих лёгких, словно сон. Я не могу проснуться, словно оловом залиты головы. Словно стопы прибиты к бетонному полу. Холодные голые плиты пропитаны смолами. Двери плотно закрыты, окна завешены шторами. В промежутке между миром и ссорами разговоры плетутся узорами перед мониторами. В одном кругу вороны, душевные темы хором. Вместе, как фронтовые песни. Эй, брачо, есть почитать, чё? Тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт. Если прёт, пусть дребезги бьются. Люстры чтения книг, вот лучшее средство от грусти. А остальное хуйня. Брачо, есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё? Тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт, брачо. Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт. Наверное, Дон Хуан не посвятит меня в магии. Уровень шума подкосит ноги, руки заблестят от слоги. Старый чайник приобретает накид. Также люди вокруг меня кипят и выгорают нафиг. Человек, лампа, кобра, мангуст. Комната забита бомбами, запаривают чаще и не только мне. Вот видишь, демонов нет, разжимай зубы. Правда от M-O-L-L-A. Прошел петь музыки в стиле релакс слайд. Хриплый голос Дженнису стал петь самотай. Видишь, ты ждал меня не зря, значит что-то в этом есть. Значит мы уже смыты в хлам, часовка 6. В этом загоне люди теряют сны. Немного ближе становятся гиены, львы. Это мое больное крю, но когда все усядутся в круг петарды, узнают запахи рук, я улыбнусь. Вдруг пусть этот момент останется в памяти, как первый пати. Мера уже не та память, уже не та. Время перепишет под. Кто подскажет, как остановить маятник? Кто подскажет, как остановить маятник? Остановить маятник. Остановить. Брачо, есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, брачо? Есть почитать, чё, тот, кто знает, поймёт то, о чём речь идёт. Что ж ты набил мне папиросы? Никак нет. Отчего же нет? Ведь я ж тебе велел. Так мало что велели, а когда мы? Нет уж, вы здесь зазнались очень, вот что. Я вот Раисе Павловне скажу. Не скажете. Вы при них и курить-то боитесь. Боитесь, чтоб были набиты, не 10 же раз тебе говорить.